Наступило утро на следующий день в Лас-Вегасе. Точнее, не утро. Мы проснулись в 2 часа. Решили теперь пойти что-нибудь покушать. Я только что помыла волосы. Как видите, у меня волосы чуть-чуть. Не то, что чуть-чуть. Очень пушистые, когда я их мою. Короче, не буду ждать, пока я его выпрямлю, всякое такое. Пойду кушать. Мне очень голодная. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb. Loving it, curse, so freak what you heard. Rolling with the fatness, you never quite know what that happened. Ой, такие классы. Не знаю, куда ведет Виталик, но мы идем есть. О, тут есть Krispy Kremes. Есть все. Krispy Kreme, Tropical Smoothie, Pick-up Sticks, Kinabon. Я знаю, помнишь, этот, с орешкой? Знаешь, как это называется? Да. Все, говори. Нет, тихо, подожди. Вдруг здесь нет то, что я люблю? Вдруг там есть. Такая же меню по всему. Ага, сейчас. Тот, который сколько? Говорит, что мне трудно выбирать. Давай. Сейчас, подожди, я не помню, только Bacon Ranch с этим было там. Я не знаю. Я тоже не помню. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is freaking awesome. Now I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is freaking awesome. Now I'm gonna pop some tags. No diggity, about to bag it up. Now I'm gonna pop some tags. No diggity, about to bag it up. Мы вернулись, покушали Tropical Smoothie. Это моя любимая кафешка, где продают фастфуд, всякое такое. Точнее, там не фастфуд, там вроде бы только смузи очень вкусные и сэндвичи. Вот. Тут так много пролетают вертолеты. Короче, что мы собираемся сегодня сделать? Мы, наверное, сегодня пойдем на музыкальный фонтан Беллажио. Посмотреть этот фонтан. Знаете, это самый популярный, всегда хотелось там побыть. Особенно после корейских сериалов, там где они вроде бы типа такие, там вот романтика источается. Вот. Мне еще здесь нравится здесь вид. I'm gonna pop some tags.
решили пешком пройтись до Белладжио. Тут очень красиво, очень. Конечно, вечером, говорят, еще красивее. Точнее, мы видели вчера, но вечером еще красивее, чем днем. Много туристов. Мы русских еще не встретили. Так, по крайней мере, русскоязычных. Я встретил. Не познакомился, но встретил. Ну ладно. Ну, в основном здесь, как я заметила, очень красивые азиаты, очень красивые мексиканки, такие испанки. И, ну, европейки, я имею в виду. Но я вчера видела столько красивых азиатов. Это капец. С фуфыринок еще. Они шли, наверное, в клуб, что ли, или на концерт, на какое-то шоу. Да, такие расфуфыренные, крашеные такие азиатки. Самое главное, не короткие, как я, а нормальным ростом. Видали? И так тоже. Кстати, здесь очень много девичников. Здесь очень многие делают девичник, мальчишник. В каждом углу видишь девушку с таким, с фатой, который пытается, не знаю, быть такой. О, ничего такое место, да, Мила? I'm not afraid.
Здесь очень жарко. Людьми и вообще погодой. Только что видели фонтан, был просто суперский, И самое главное, под музыку Селин Дион, Титаник. О боже. Здесь Бритни Спирс скоро будет выступать, Кэти Перри, Каскейд каждую неделю выступает, точнее играет. Что мы еще сделали? Увидели русскую девушку. Она нам дала рейсбенды, чтобы мы пошли до 12 часов в какой-то клуб. Говорите, типа, бесплатно напитки, бла-бла-бла. Но мы еще посмотрим. Потому что у меня, знаете, уже сколько рейсбендов? Во, сколько. На каждом шагу там промоутеры стоят, говорят, приходите к нам, поиграйте у нас или посидите у нас, потанцуйте у нас. Так что вот. Отличный вид здесь. И дофига туристов. No diggity, I'm about to bag it up. Сегодня мы уезжаем с Лас-Вегасом. Это наш последний день. Мы уже сделали чекаут с отеля, но решили чуть поиграть и, не знаю, походить где-то. Потому что последние два дня мы только и отдыхали. Точнее, ходили в клуб, ходили в казино, ходили то. Я бы могла бы снимать вам, показать, как мы играем в казино и проигрываем 150 баксов, но там нельзя, оказывается, снимать. Соль Мандахматова в Лас-Вегасе. Я вот думаю, было бы классно, если бы я ее встретила. Я ее сейчас написала в Инстаграм, если она ответит, может, мы и увидимся. Потому что очень круто встретить кого-то, хоть видела ее только по телефону, или либо же издалека. Было бы круто. Ребят, я написала Соль Мандахматовой, что мы где-то рядом, и она мне тоже в ответ написала, что тоже была бы рада встретиться с нами. Короче, мы ее сейчас ждем. У меня такой мандраж, ребят, честно говорю, как будто я на кастинг иду. Обычно она всегда на кастинг, КДР, она суперзвезда Кыргызстана. И вот, как будто я сейчас на кастинг иду и думаю, блин, возьмут меня на работу или нет, или возьмут меня в звезды или нет. Так вот, очень нервничаю. Это небо не настоящее, представляете? Оно как настоящее! Это спецэффекты! Это Лас-Вегас! Как будто они пробовали, знаешь? Не, ребята, реально! Прям как будто они пробовали.
посоветовали здесь прогуляться. Это типа как Венеция. Здесь небо фальшивое. Я имею в виду типа небо, очень красиво. Как будто настоящее, как будто реально в Венецию попал. Здесь безумно романтично. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb. Loving it, curse, so freak what you heard. Rolling with the fatness, you never quite know what the half is. You got to pay to play, just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it, top notch, trunk tight every day. You're blowing my mind, baby, in time. Maybe I can get you in my ride. I like the way you work it. No diggity.